этого учебного года, со 2 сентября, начинает работу секция по панкратиону, отделение панкратионов ДЮСШ-8. Это большой праздник для Федерации панкратиона Харьковской области, потому что это первое отделение в ДЮСШ в городе Харькове. Оно открыто благодаря помощи директора ДЮСШ Артемьева Вадима Александровича. Он приложил очень большое усилие для того, чтобы отделение по панкратиону в ДЮСШ-8 начало свою работу. С детьми будут работать тренера, мастера спорта, заслуженный мастер спорта по панкратиону. Будет вестись подготовка по направлению панкратион, это смешанное единоборство. Также будет отдельно вестись направление грэпплинга, где запрещены удары, но зато разрешены любые борцовские приемы, броски, любые болевые и удушающие. Панкратионом я занимаюсь уже 4 года. Раньше мне приходилось далеко ездить, но теперь рядом с моим домом открылась спортивная школа ДЮСШ-8, и теперь мне не надо далеко ходить. Я буду больше времени экономить на дорогу и больше времени посвящать занятиям в зале. У нас очень хороший тренер, его зовут Бабкин Олег Анатольевич, и у нас очень дружный коллектив. Я буду очень упорно тренироваться, чтобы стать чемпионом мира. Ждем всех детей, приглашаем на тренировки по панкратиону и грэпплингу в ДЮСШ-8, которая находится недалеко от метро «Холодная гора».